Ребята, у нас тут очень крутые экспансивные пульки, которые раскрываются в полете, и мы хотим их опробовать на мягких предметах, такие как разные фрукты, и посмотреть, будут ли они разрываться на куски, а в конце мы попробуем прошибить кокос. А всем привет, с вами Тимон, и как всегда я напоминаю, что данное видео служит исключительно в целях ознакомления и ни в коем случае не призывает повторять за нами. Короче, давненько у меня на канале не было моей любимой воздушки, камера сломо уже запылилась, и хочется отснять новые крутые кадры для вас. Мы достали очень крутые пульки, они называются экспансивные. Видите, как она отличается от обычной? Вся фишка этой пульки, что это головка гриппа, она раскрывается во время выстрела, и это позволит разрывать в прямом смысле мягкие предметы. Я тут прикупил немного разных фруктов с твердой корочкой, не очень, и хочу протестить эту новую пульку, насколько круто она будет разрывать эти фрукты. Ну и в конце мы попробуем на прочность кокос. Сможет ли его пробить эта пуля, ведь она станет шире и мягче. Я даже не знаю, сможет ли она пробить вообще кокос. Мне просто реально это стало интересно. Давайте начнем, ребята, мы, наверное, с апельсина. Я вам продемонстрирую обычную острую пулю, которую я вам показывал в начале. Ну я так и ожидал, она его просто прошибла и ничего эффектного не было. А теперь я заряжу эту экспансивную пулю. Знаете, ребята, если честно, не ожидал, что это будет не так эффектно, но, наверное, все-таки апельсин не подходит для эксперимента, он очень мягкий, не может разорваться. Давайте попробуем на яблоке, оно немного потверже. Это было так себе, но все-таки уже получше. В яблоке огромная дыра, в раза три больше, чем пуля, которая была изначально. А давайте теперь возьмем помидор, на него реально одна надежда. А вот это уже было прикольно, посмотрите, как его разорвало. Это похоже, как будто консервную банку прорвало взрывом, мне реально понравилось. Давайте еще потренируемся на киви. Я так и знал, он ведь мягкий внутри и твердый снаружи. Вот залог нашего успеха. Его реально круто разорвало прямо в мясо. Ну а теперь долгожданный кокос. Кто болеет за кокос, пишите в комментариях. А кто считает, что это новое поле его прошибет, пишите также в комментариях. Только не подсматривайте в концовку. Ну, так будет гораздо интересней. Я реально болел за кокос, но вот эта огромная дырень говорит сама за себя. Даже мягкая экспансивная пуля не может прошибить кокос. Но чтобы добавить эпичности в наше видео, мы его разнесем в дребезги кувалдой в слоумо. Вот это реально эпик, это самый крутой кадр в этом видео, ставьте лайк нам за это. Я тут подумал, чтобы это видео круто завершить, мы в конце прошибем бутылку сливок, я даже не представляю, как она жахнет, ну чувствую, будет мега эпик. Сливки шоу начинается! Да, ребята, это было очень круто, я весь в сливках, вообще весь с ног до головы. Посмотрите на мою технику, да тут вся комната в сливках. Кому это понравилось, ставьте лайк, ребята, 50 тысяч лайков, я попробую прострелить сразу 5 баллонов сливок одновременно. Думаю, это вообще будет мега круто, но я, наверное, надену спецкостюм для этого. Не забывайте подписываться на канал и рассказывать обо мне своим друзьям. На этом все, ребята, всем удачи и пока-пока.